Обыски проходили сегодня в администрации Приокского района. По неофициальной информации, высокопоставленные чиновники этой администрации находятся в преступном сговоре, а пострадавший от их действий некий местный крупный предприниматель. Сегодня в администрации Приокского района работала группа правоохранительных органов. Администрация района оказывала все необходимое содействие, предоставляла необходимые документы. Какого плана документов? Разного характера. У нас есть информация, что это касалось того, что был какой-то сговор высокопоставленных чиновников администрации. Мне об этом ничего не известно. Также есть информация, что в результате действий чиновников были нарушены права предпринимателя. Вот о чем идет речь? Я не могу вам этого сказать. Я не обладаю данной информацией. Кстати, правоохранительные органы комментариев не дают, лишь подтверждают факт проверки и обысков.